Добро пожаловать на канал «Коллекция заблуждений». Здесь вы узнаете о тайнах и судьбах ваших кумиров прошедших эпох. Эти истории легко сочетаются с чашечкой горячего утреннего кофе. Подписывайтесь и делитесь с друзьями, ведь наши истории – это истории для вас. Как сказал английский историк и телеведущий Алан Тейлор, мы ничего не узнаем из истории, кроме бесконечного разнообразия человеческого поведения. Александра Смирнова-Рассет олицетворяла собой именно тот тип светской дамы, который был тогда в моде. Красавица, умница, музыкантша, прекрасная собеседница и верная жена своего мужа по той простой причине, что мужчины с их претензиями на интимную близость ей были совсем не нужны. Что же еще так привлекало мужчин в Александре? В чем секрет ее неотразимого обаяния, противостоять которому не могли самые яркие мужчины века? Александра Осиповна родилась в 1809-м, смуглой и некрасивой девочкой, и маменька ей пророчила: «Ты будешь точно обезьяной». Ее отец Осип Рассет происходил из старинного французского рода, выбрал военное дело и еще в молодости перебрался в Россию. Участвовал в битве за Очаков и был отмечен Суворовым. Позже он был комендантом порта Одессы, дальним родственником и большим другом дюка Ришелье. Осип умер во время эпидемии чумы в Одессе в 1814-м. Мать Надежда Ларер происходила из грузинских князей Цициановых и была сестрой декабриста Николая Ларера. Девочке было всего 5 лет, когда умер ее отец. Вскоре мать вышла замуж за Ивана Карловича Арнольди. Это замужество исковеркало всю дальнейшую жизнь бедной Сашеньки. Из ее мемуаров. Я никогда не могла ей простить, что она больше любила этого хромого черта. Он потерял ногу под Лейпцигом, чем моего папочку. Мне было 8 лет, когда этот богомерзкий человек хотел сделать очень гадкие вещи со мной. Я играла одна на полу, когда он схватил меня. Я закричала. Амалия Ивановна прибежала, я ей все рассказала, и с той поры она меня стерегла и ни на минуту не оставляла меня одну с ним. Она запретила говорить это маменьке, вот почему я не любила мать. Отчим вызывал у нее жгучее отвращение, которое она позже невольно переносила на всех мужчин, пытавшихся склонить ее к близости. В 1820-м Александра и ее братья были отправлены в Петербург для учебы в Екатерининском институте и в Пажеском корпусе. Александра Рассет, известная также как Александрина Рассетти, была одной из лучших учениц. В Институте благородных девиц воспитанницы росли в полном неведении в отношении полов. Из мемуаров Александра Рассет. «Вообразите, дорогой друг, мне было 18, и это слово «делал» не покидало меня. Я сказала Александре Зубовой: «Моя милая, что делают, чтобы иметь детей?» Она сказала мне: «Ах, Сашенька, аббат Делош нам не сказал, что нужно делать». Ее внешностью восхищались многие. Дочь Ольга вспоминала: «Мать моя была гораздо меньше ростом. Брюнетка, с классическими чертами, с чудесными глазами, очень черными. Эти глаза то становились задумчивыми, то вспыхивали огнем, то смотрели смело, серьезно, почти сурово. Многие признавались мне, что она смущала их своими глазами, своим прямым, проницательным взглядом». Про ее глаза так написал поэт Василий Туманский: «Любил я очи голубые, теперь влюбился в черные. Те были нежные такие, а эти непокорные». В 1826-м, окончив Екатерининский институт, одной из первых по успеваемости, что, заметьте, было нелегко, Рассет была определена во фрейлины вдовствующей императрицы Марии Федоровны. А позже стала служить у императрицы Александры Федоровны. В мемуарах Александра рассказала об одном интересном случае, когда она случайно оказалась в одной карете со старым придворным, князем Ливиным, и тот попытался ее поцеловать. Случилось следующее. Он прекратил, но когда мы оказались в коридоре, он следовал за мной до моей комнаты. Я вся дрожала, захлопнула дверь перед его носом, крича ему: «Старая скотина! Старая свинья!» На следующий день я пошла сказать о нем императрице. Рассет была верна своему устойчивому отвращению к мужчинам. Как подруга дочери Карамзина Софи, она попала в знаменитый карамзинский салон, где собиралась вся интеллектуальная элита того времени. Именно там она познакомилась с Жуковским, Вяземским, Хомяковым, позднее Лермонтовым и Адоевским. Процитирую графиню Строганову: «Миловидная и изящная, грациозная и пикантная, улыбаясь ею восторгаются, улыбаясь попадают под ее очарование. Ее ум все как бы шутит, но в высшей степени наблюдателен. Она все видит, и каждое замечание носит характер легкой эпиграммы, основанной на глубине созерцания». А вот что писал о нашей героине поэт и литератор Петр Вяземский. «Расцветала в Петербурге одна девица, и все мы более или менее были военнопленными красавицы. Несмотря на свою светскость, она любила русскую поэзию и обладала тонким и верным поэтическим чутьем. Ее дебют при дворе совпал с первыми месяцами царствования Николая I. Император иногда говорил ей:
Александра Осиповна, я начал царствовать над Россией незадолго перед тем, как вы начали царствовать над русскими поэтами». Александра интересовалась философией, богословием, математикой, экономикой и естественными науками. Замечательно музицировала, прекрасно владела французским, итальянским, немецким, английским языками. Выучила древнегреческий и древнееврейский, чтобы читать в оригинале тексты Священного Писания. К концу 1830-х идеал женщины существенно изменился. Покорность, терпение, всепрощающая доброта отступили перед новыми качествами, самостоятельностью в поступках и непринужденностью в общении. И тут Александра как раз попала в тренд. Она была именно такой. Разумеется, она не могла вызывать в окружающих исключительно любовь. Иногда это была открытая неприязнь. У нее была репутация злючки в свете, ведь частенько она очень ядовито высказывалась о своем окружении. Звание фрейлины давало возможность девушке выгодно выйти замуж, так как приближенность к императорскому двору – это доступ к наиболее знатным и богатым женихам. За приданное был ответственен двор. Пришло время выйти замуж и нашей героине. Ей, в сущности, было все равно, чьей женой стать. А императрица рекомендовала выбирать мужа, способного позаботиться о ее младших братьях. Похоже, что красавица Александра вызвала слишком серьезный интерес императора Николая, и ее хотели убрать из Зимнего куда-нибудь подальше. Ей даже дали удивительно весомые приданое – 12 тысяч рублей. В 1832-м она вышла замуж за Николая Смирнова, богача, дипломата, ставшего впоследствии камергером и сенатором. Вышла безо всяких чувств к нему, видимо, полагала, что стерпится, слюбится. Не слюбилась. Как она писала, продала себя за 6 тысяч душ для братьев. Венчание было в Петербурге, в придворном соборе в Зимнем дворце. Это была блестящая партия. И брак по расчету. Пушкин был другом Смирнова и шафером на этой свадьбе. Николай имел крупные в глазах жены недостатки. Дома он предпочитал мужские холостяцкие компании и пирушки. Впоследствии Смирнова говорила, что любила мужа не более чем дружески. А еще она писала Жуковскому: «Не лучше ли одиночество, чем вдвоем одиночествовать?» А Гоголю писала про семейную жизнь: «Мне трудно, очень трудно. Мы думаем и чувствуем совсем иначе. Он на одном полюсе, а я на другом». Сам Смирнов, по некоторым оценкам, женился по любви. Брат нашей героини, Лев, отмечал в своих мемуарах: «Почти полстолетия я пользовался его любовью и дружбой и сохранил любовь и уважение ко всем его делам, поступкам и его памяти. Многое сестра виновата тем, что никогда не отвечала порывам его страстной натуры и безумной любви, даже и первые 10 лет их брака». Новобрачные поселились в Санкт-Петербурге, на Литейном проспекте, где молодая хозяйка открывает свой литературный салон, который быстро делается популярным, и попасть туда непросто. Хозяйка салона по-прежнему блистает остроумием и окружена всеобщим поклонением. У нее собираются самые избранные – Пушкин, Жуковский, Адоевский, Вяземский, Плетнев, братья Вельегорские. Смирнов разделял любовь своей жены к литераторам, и позднее у них бывали Гоголь, Хомяков, Лермонтов, Аксаков, Белинский, Тургенев – но блестящая светская львица, увы, так и не смогла создать счастливой семьи. Как жена и мать она не состоялась. На закате жизни Смирнова откровенно говорила своей дочери Надежде, что не прожила со своим супругом ни одного счастливого и спокойного года. Родила 6 детей, из которых выжили лишь 4. Процитирую Александру: «После моих вторых родов я была очень больна. Доктора послали за границу». Так начинаются воспоминания, которые Смирнова Рассет назвала баденским романом. Семья планировала провести зиму в Париже, где были хорошие гомеопаты. Но, будучи в Берлине, Смирнова Рассет опять забеременела. И акушер посоветовал провести последние месяцы в Баден-Бадене, где к тому времени собралось немало русских семейств. До родов оставалось около 6 недель, когда графиня Юлия Строганова привела в гости одного из секретарей русского посольства в Париже, Николая Киселева. И глаза встретились, и пробежала искра между ними. В глубокой старости в своих воспоминаниях она рассказала: «Он был среднего роста, с очень красивыми черными волосами. Прекрасно подстриженные бакенбарды окаймляли овальное лицо. Глаза были нежные и смеющиеся. Рот у него был маленький, губы пропорциональные. Зубы белые, как жемчуг, тонко вырезанные уши. Он был всегда в черном, носил очень тонкое белое белье и черный галстук. Никаких украшений, ничего, кроме перламутровых пуговиц на сорочке и очень простых черных запонок. В общем, случился странный роман. Супруг целыми днями играл в рулетку, а Киселев, опять же, целыми днями болтал с его женой о пустяках, мешая русскую и французскую речь. Она называла его кисой или кисом. Ничего неприличного в их общении никто не усматривал. И Александра, и Киселев по тогдашним понятиям были уже не молоды. Ей 26, ему 31. 6 недель общались они перед родами,
Какое-то время после, потом встретились в Париже, но прежней дружбы уже не получилось. И вскоре Киселев получил назначение в Лондон. А эти 6 недель стали для Александры Осиповны самым ценным воспоминанием из всей долгой женской жизни. И тут опять случилось полное несовпадение представления о любви. Она тосковала о чистых отношениях с идеалом. Но Кис был обычным мужчиной, и близкие отношения он понимал иначе. Про ее понятие правильного брака почерпнем из Барнского романа, где она так беседовала с Николаем Киселевым. «Я понимаю, я читала наставления женатому духовенству. Священник может сближаться с женой только 82 раза в год. Если ты прибавишь роды, беременность, кормление, то найдешь, что в течение 3 лет священник спит с женой только 30 раз в год. И когда мы поженимся, мы будем поступать, как они». И Кис ответил ей: «Но я не знаю священников, и когда моя обожаемая Александрина будет мне принадлежать, я чаще буду доставлять себе блаженство, величайшее, когда любит, как я люблю тебя, безумно». Она ему: «Но, Николай, мы счастливы и без того, что ты зовешь блаженством». Неверный муж Смирнов завел любовницу, но Александру Осиповну это совсем не трогало из ее воспоминаний. «И это было вам безразлично?» – спросил Кис. «Я была довольна, потому что имела, по крайней мере, покой. Впрочем, Шольц запретил ему эти гадости во время моей беременности и требует, чтобы после родов я имела отдых хотя бы на 2 года. Неужели Смирнов не знал, что когда цель достигнута, это грех – спать со своей женой? Воспитание ребенка начинается в чреве матери». «Тоже мне говорил один священник. Он сказал, что нравы становятся так дурны, потому что не соблюдают это правило». И так они расстались. Детьми она вообще не интересовалась. Уделяла им мало внимания, отсутствовала месяцами, путешествуя по Европе. Да и вообще не скрывала своего нежелания заниматься детьми. Ее семье постоянно не хватало душевного тепла. С возрастом вся ее красота поблекла. Здоровья после последних родов не стало. Тургенев уже описал ее как худенькую, желтенькую, востроносую женщину с молодым сердцем. Обозвал ее светской старушонкой, хотя ей было тогда лет 45. Натура ищущая, страстная, она потеряла смысл своей жизни и оттого часто впадала в депрессию. Семейная жизнь не складывалась, но расстались супруги уже на склоне лет. Наверное, она умела больше дружить, чем любить. Завистники приписывали ей громкие романы. Император Николай I и его брат, великий князь Михаил Павлович, тоже были очарованы Александрой Смирновой Рассет. Свет вовсю сплетничал о романе молодой фрейлины и императора. Николай I был откровенен в беседах с Александрой. Она пишет в своем дневнике: «Государь сказал мне, вот скоро 20 лет, как я сижу на этом прекрасном местечке. Часто удаются такие дни, что я, смотря на небо, говорю, зачем я не там? Я так устал». О характере отношений с императором говорит и тот случай, когда Александра не побоялась обратиться к нему с личной просьбой о смягчении участи одного из декабристов, ее дяди по линии матери. Какими были их отношения, можно только предполагать. Но свет опять же судачил, что в качестве приданного фрейлине Александре Рассетти было выдано по распоряжению Николая 12 тысяч рублей, хотя обычно размер приданного не превышал 3 тысяч. В своих мемуарах она лишь однажды упомянула, как император неожиданно вошел в ее комнату, где та переобувалась, промочив ноги, и одобрительно отозвался о красоте ее ножек. Николай Павлович, как персонаж, проходит через все воспоминания дневники Смирновой Рассет. Он явно очень интересовал ее. В воспоминаниях она напишет: «Государь был кавалер Вареньки Нелидовой. Она прекрасно ездила верхом, но всех лучше императрица. Ее кавалер был Михаил Павлович. Государь мне сказал: зачем ты меня не выбираешь?» По-русски он всегда говорил мне «ты». «Ты» был критерием его расположения к женщинам и мужчинам. А еще Николай I говорил о ней: «Этот джентльмен». Этим он хотел отметить рыцарскую черту ее характера. Как-то раз Жуковский попросил Смирнову похлопотать у императора о пенсии для Гоголя. Дальнейшее она писала в своих воспоминаниях. «В воскресенье на обычном вечере шеф жандармов Алексей Орлов напустился на меня и грубым громким голосом сказал мне: как вы смели беспокоить государя? И с каких пор это вы русский меценат?» Я отвечала: с тех пор, как императрица мне мигнет, чтобы я адресовалась к императору, и с тех пор, как я читала произведения Гоголя, которых вы не знаете, потому что вы грубый неуч и книг не читаете. За словами я не ходила в карман. Государь обхватил меня рукой и сказал Орлову: я один виноват, потому что не сказал тебе, что Гоголю следует пенсия. Что у Пушкина к Александре Рассет особое расположение тоже много судачили в свете. Их дружба началась после его женитьбы, когда молодая чета Пушкиных поселилась в царском селе. Она приходила к ним и приносила из дворца всякие новости, мастерски передавала разные подробности светской жизни, представляла в лицах весь бомонд. Пушкин действительно считал ее женщиной необыкновенной.
Люблю поболтать с вами. Вы понимаете с полуслова, и мои монологи не вызывают у вас зевоты. Вы не очень-то обыкновенный образчик прекрасного пола». И это про нее Пушкин написал. «Черноокая Росетти в самовластной красоте, все сердца пленила эти, те-те-те и те-те-те». На день рождения Александры Пушкин подарил ей альбом с вписанными якобы от ее имени строчками. «Тревоги пестрые и бесплодные, большого света и двора я сохранила взгляд холодный, простое сердце, ум свободный и правды пламень благородный, и как дитя была добра. Смеялась над толпой вздорной, судила здраво и светло, и шутки злости самой черной писала прямо на бело». Впрочем, потом Смирнова напишет, что благодаря этому стихотворению она и приобрела репутацию злючки в свете. Как-то учитель ее сына, поэт Полонский, записал за ней подробности царскосельской жизни. «По утрам я заходила к Пушкину. Жена так и знала, что я не к ней иду. Ведь ты не ко мне, а к мужу пришла. Ну и иди к нему». «Конечно, не к тебе. Пошли узнать, можно ли?» «Можно». Александра Осиповна вспоминала, что Наталья Николаевна ревновала ее к мужу. «Сколько раз я ей говорила, что ты ревнуешь, право, мне все равны, и Жуковский, и Пушкин, и Плетнев. Разве ты не видишь, что ни я не влюблена в него, ни он в меня?» «Я это вижу», — говорит, — «да мне досадно, что ему с тобой весело, а со мной он зевает». В 1835-м Смирнова Рассет уехала за границу, и больше они с Пушкиным не виделись и не общались. Переписку никогда не вели. В 1837-м в Париже Андрей Карамзин принес Смирновым страшную весть. Поэт убит. В горе читала она строчки письма Вяземского. Умирая, Пушкин продиктовал записку, кому что он должен. Вы там упомянуты. Это единственное его распоряжение. Прощайте. Лермонтов еще один поэт, с которым свет приписывал ей любовную связь. Мало того, есть версия некоторых исследователей не только о тайной страсти между ними, но и о том, что у них была общая дочь – Надежда. Они встретились в салоне Карамзиной. Александре было 28, она в полном расцвете красоты. Интересно, что поэт был вхож в ее дом на правах друга и даже мог проходить в комнаты в отсутствие хозяев. Именно в отсутствие хозяйки он и вписал ей в альбом знаменитое стихотворение. «Что делать? Речью безыскусной, ваш ум занять мне не дано. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно». Смирнова не отозвалась на это стихотворение, поэтому поэт был очень на нее обижен. Лермонтов описал Александру в образе Минской в своей неоконченной повести «Штос». Она была среднего роста, стройна, медленна и ленива в своих движениях. Черные, длинные, чудесные волосы оттеняли еще молодое, правильное, но бледное лицо, и на этом лице сияла печать мысли. Поговаривали, что она лично хлопотала за смягчение наказания Лермонтову после его дуэли с Барантом. Впрочем, никаких доказательств того, что у них и в самом деле был роман, и уж тем более общий ребенок, нет. Из-за того, что по дороге на Кавказ Лермонтов в письме к Столыпину Манго просит сообщить о здоровье Александры Осиповны и о том, благополучно ли она родила. И появилось это предположение некоторых исследователей его творчества. Не смог остаться к ней равнодушным и Гоголь, процитирую писателя Сергея Аксакова. «Смирнову он любил с увлечением, может быть, потому что видел в ней кающуюся Магдалину и считал себя спасителем ее души. По моему же простому человеческому смыслу, Гоголь, несмотря на свою духовную высоту и чистоту, на свой строго монашеский образ жизни, сам того не ведая, был несколько неравнодушен к Смирновой, блестящий ум которой и живость были тогда еще очаровательны. Она сама сказала ему один раз: «Послушайте, вы влюблены в меня». Гоголь усердился, убежал и 3 дня не ходил к ней. Гоголь написал ей самые возвышенные слова. «Любовь, связавшая нас с вами, высока и свята. Она основана на взаимной душевной помощи». На что она ответила: «Светлая, исключительная, столь редко встречающаяся дружба между мужчиной и женщиной». Об отношениях Николая Гоголя и нашей героини в высшем обществе ходили такие разные слухи, что почти 2 месяца императрица не хотела приглашать ко двору Александру. С Гоголем они провели много часов, особенно в Италии. Их отношения продолжались долгие годы. Очевидно, дружба с Николаем Васильевичем Гоголем так удалась Смирновой Рассет, что они оба прочно отгородились от гадостей. Они были просто безопасны друг для друга. Их последняя встреча состоялась летом 1851-го, когда по приглашению Рассет Гоголь проводил время в имении мужа Александры в усадьбе Спасская. В Спасском Гоголь писал 2-й том «Мертвых душ», и Смирнова Рассет была одной из тех немногих, кому Гоголь читал это произведение. Последние годы этой необыкновенной дружбы были исполнены тревоги, ведь уже приближалась старость. «Старуха в чепце с цветами за преферансом всегда была для меня отвратительное явление», пишет Александр Гоголю. После смерти Николая Васильевича она на протяжении 30 лет будет грустить о нем.
Не находя покоя в России, она жила в Константинополе, Женеве, Великобритании. Последние дни провела в Париже, где умерла 7 июня 1882 года. Если вам было интересно, подписывайтесь и не забудьте нажать на звоночек уведомлений.